Рад видеть вас всех сегодня здесь. Мы будем сегодня говорить о Кришне, как это не парадоксально. Я прочитаю один из стихов Бхагавад-гиты для того, чтобы у нас была тема для разговора. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Тато джая мудирае. Тато джая мудирае. Прочитаю пятый стих из восьмой главы Бхагавад-гиты. Антаккале. Антаккале. Ча. Ча. Мам. Мам. Эва. Эва. Смаран. Смаран. Муктва. Муктва. Калеварам, калеварам, ях, ях, праяти, праяти, са, са, мадбхавам, мадбхавам, яти, яти, на асти, на асти, атра, атра, самшаяха, самшаяха, антакале ча мамева. Смаран муктва калеварам. Смаран муктва калеварам. Ях праяти самадбхавам. Ях праяти самадбхавам. Яти настятра самшаяха. Яти настятра самшаяха. Антакале ча мамева. Антакале ча мамева. Смаран муктва калеварам. Смаран муктва. Ях праяти самадбхавам. Ях праяти самадбхавам. Яти настятра самшаяха. Яти настятра самшаяха. Антакале ча мамева. Антакале ча мамева. Смаран муктва калеварам. Смаран муктва калеварам. Ях праяти самадбхавам. Ях праяти самадбхавам. Яти настятра самшаяха. Яти настятра самшаяха. Так как я давал в Радуге лекции о конечной цели нашей жизни, я решил прочитать стих из Бхагавад-гиты, который также говорит об этом. И в числе прочего Кришна говорит здесь о визуализации, о которой я говорил вчера. Кришна говорит в этом стихе: «Тот, кто в конце жизни, покидая тело, помнит только меня, сразу же обретает мою природу. В этом нет никаких сомнений». Комментарий его божественной милости Абхайчарана Равинда Бхактивиданты с вами Шрилы Прабхупады. В этом стихе подчеркивается важность сознания Кришны. Любой, кто покидает тело в сознании Кришны, тотчас обретает духовную природу Верховного Господа. Верховный Господь – чистейший из чистых. Поэтому тот, кто все время пребывает в сознании Кришны, тоже становится абсолютно чистым.
В связи с этим примечательно слово «смаран» – «памятая». Оскверненная материя и душа, которая не занимается практикой сознания Кришны, не способна помнить Кришну. Поэтому развить себе сознание Кришны нужно с самого начала жизни. Тот, кто хочет, чтобы его жизнь увенчалась успехом, должен научиться всегда помнить о Кришне. А для этого необходимо постоянно, беспрерывно повторять Махамантру. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Господь Чайтанья советовал преданным быть терпеливее дерева, Таро Риваса Хишнуна. Человек, повторяющий мантру Hare Krishna, может столкнуться со множеством трудностей. Сила Прабхупада тут очень мягко говорит о том, что он может столкнуться со множеством трудностей. Он обязательно столкнется со множеством трудностей. Но он должен терпеливо преодолевать их и продолжать повторять «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе». Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Чтобы в конце жизни получить все блага сознания Кришны. Сила Прабхупады ки. Анта кале ча мам ива смаран муктва кале варам ях праяти самад бхавам. Яти настьятра самшаяха. Тот, кто в конце жизни, покидая тело, помнит только меня, сразу обретает мою природу. В этом нет никаких сомнений. Намо Вишнупадая Кришна Прештая Бутале Шримате Бхактивиданта Свамините Намине Намасте Сарасвати Деви Гуравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчатяде Шатарине Ванчакалпатарубьяща Крипа Синдубевача Патитанам Паванебьо Вайшнавебьо Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе 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 Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Аджану ламбита буджо канака вадато Санкиртанай Капитаро Камалая Такша Вишвамбаро Двиджаваро Югадарма Пало Ванде Джагат Приякаро Каруна Ватаро Янтах Правишья Мамавачам Имам Прасуптам Сандживая Такила Шакти Дарах Свадамна Аньям Шчахаста Чарана Шраванат Вагадим Прананнамо Бхагавате Пурушая Тубьям. И хотелось поговорить об этом, потому что человеку, очень важно понимать, что он должен делать в этой жизни не только с точки зрения перспективы одной жизни. Когда мы пытаемся измерять свою жизнь, свои поступки масштабами одной жизни, мы, как правило, не получим